Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет такой вот обзор системы. Ну ж, какую аудиосистему можно собрать на помойке за лето? Вообще в моем городе, где люди бедные, ни хера ничего не выбрасывают. Редко чего выбрасывают, но в общем, что можно найти? С чего бы начать? Допустим, начнем с фронта. Так. Это. Так, сейчас, наверное, поближе подойду. Это у нас колонка романтика, вот, с неродным динамиком. Здесь стоит динамик 4GD35 с куполом от родного 10 ГДШ. А 10 ГДШ родной здесь стоял, у него подвес развалился, но не стал его восстанавливать. Я решил просто очень похоже на этот динамик поставить сюда 4GD35, тоже советский, и купол от него поставить. И звук вообще надает реально хороший. Чё у нас вторая колонка? Так, вторая колонка — это колонка радиотехника S300. Здесь тоже динамики не родные. Не, вот это то, что сверху, это не найдено, это моё. А вот эта колонка тоже найденная, в траве была. У ней чё, давайте по динамикам. Была пищалка, эта пищалка здесь тоже, только не с S30, а с S30. С тканевым куполом пищалка хорошая. Здесь стояла с пластиковым, она была вмятая, я ее выкинул, поменял на эту. Потому что та нифига не звучала, только вот это вот звучит хорошо. Чё, средний частотник, средний низкочастотник, вот он у нас. Здесь стоял какой-то 25 ГД динамик. Так-то его можно было восстановить, ну, в смысле, он у меня есть, как бы. Но там надо менять подводящий, мне было лень менять подводящий, поэтому я решил. Тоже у меня нашелся динамик советский 10GD34. Он тоже очень похож на 25 ГД какой-то там стоял, не помню уже. Тоже похож очень. Поэтому я сюда его поставил, и звук как бы не поменяется. Потому что в эти S30A как раз бывали ставили 25 ГД какой-то там и 10GD34. Я знаю, поэтому звук как бы не поменяется. У этого 10GD34 подводящий еще в вполне хорошем состоянии. Так, ну вот. Провода у нас. Правда, тут не все прям с мусорки, но хотя бы что-то покажу. Блин, качество, конечно, видео говно, но ничего, потом будет другой телефон. Так, нормальный видос. Значит, что тут? Да. Стоит усилитель. Вот он. Так, не, я за фонариком пошел. Так, значит, здесь стоит усилитель TDA-7297. Подожди, а какой усилитель? Я что-то уже забыл. Сейчас посмотрю. TDA-7297 вроде бы. Я не помню, но в общем по 15 ватт на каждый канал. Вот он распаян, на радиатор прикреплен. Вполне качественный звук выдает, кстати, на стерео. В общем, а, кстати, чё по колонкам? Несмотря на то, что здесь колонки разные, но звук у них от чиха вполне похожий, поэтому звук у них тоже похожий. Ну и тут как эти среднечастотники используются, потому что от этого усилителя хербаса дождешься только середина с высокими. Вот поэтому я решил вот этот вот SAP поставить, который у меня долго валялся. Я его нашел у своего подъезда, он на 80 ватт этот BBK, он полностью рабочий. Он пассивный, просто динамика, все. Этот усилитель от какого-то китайского сабвуфера, вроде бы на 60 ватт, как бы. Вот, как он питается. Так, питается, кстати, он вот от трансформатора родного. Это родной трансформатор, блин, камера дебильная. На 12 вольт. Два выхода по 1,5 ампера. Мало достаточно. Но этот усилитель проблемы, но у нас на высокой. Он у нас на высокой громкости греется сильно, поэтому я не знаю, потом поставлю кулер для охлаждения, чтобы его обдувал, потому что он греется сильно. И уходит в защиту. На высокой громкости. А, кстати, что тут по схеме? Вот, кстати, тут две вилки.
то у нас блок питания компьютерный. У меня меньше не нашелся, поэтому решил его поставить. Это для питания. Для питания ТДАХи, а для питания сабвуфера там трансформатор. Тоже родной. От него же стоит. Тоже из находок. В общем, что тут по питанию? Вот провода два. Один на саб, другие на колонки. В общем, как по распайке тут у нас. В общем, вот на усилитель у нас три провода. Вот этот вот витая пара, вроде вот этот вот тонкий проводок, это питание. Вот этот вот черный провод. Вот он. Это у нас звук. И с него же выход звука на сабвуфер. Вот. Он у нас моно, один сабвуфер, вот два провода. Выход звука. Питание. Как бы ничего нет, очень простая схема, при этом эта система реально валит. Реально басуни хорошие. Сейчас не могу показать, как оно играет, как они играют. Ну, в общем, вы понимаете, что он реально валит. Вот такая вот система получилась. Она валит, кстати, реально. По басу она достаточно хорошие басы выдает, ударные. И, кстати, громкость тут очень, это, похоже. Ну, в смысле, то есть нет такого эффекта, чтоб, например, саб сильно лупит, колонки тихо. Или наоборот, колонки громко лупят, а саб тихо. Нет, тут как-то сбалансированы и саб, и колонки лупят, как бы. Сбалансировано так получилось. И нет такого эффекта, потому что две советские колонки. Если бы я поставил, например, одну китайскую, другую советскую, может... Было бы, конечно, слышно то, что в чем-то хреновое какое-то звучание от одной колонки, от китайской, конечно же. Вот, а две советские у них АЧХ похожи, поэтому они по звуку тоже очень похожи. И нет такой фигни, что одна лучше, другая хуже играет. В общем, реально играет классно, качественно. В общем, всем пока. Вот такой обзор на мою систему, которую я собрал за лето с помоек. Абсолютно халявная система.